Итак, Минск нас встречает кошмарной погодой. Мокрый снег. Пасмурно. В Могилеве было ясно и солнечно. Плюс один. А сейчас плюс один и очень плохая кошмарная погода. Прорываемся. 180 километров позади. До пункта назначения еще сколько? Позади 160. 160 позади. Еще 800. Еще 800 впереди. Ровно. Ровно 800 до пункта назначения. Едем куда? На Василия. Украина, Місто Надвірна. Да? А что крутим, кружим? Что? А что кружим голову? Куда кружим? Вот сейчас, что это было? Где? Ну, вот так вот. Я так сделал? Да. Ужасная погода. В Могилеве было очень красивое. Но ничего, настроение не падает. Думаем, что все будет хорошо.